Сегодня мы будем распаковывать насадку для электрической зубной щетки Philips Sonicare. Насадка у нас Intakia. Вот так вот их идет две в комплекте. Сейчас мы их откроем, как показано. Так, в комплекте у нас идут две насадки в таких пластиковых чехлах. Вот. У нас была такая же. Она, когда приходит в негодность, спустя 3 месяца эксплуатации, начинает, если вы видите, синий цвет высветляться, белеть. Вот, если сравнить с новой насадкой. Такие насадки подходят абсолютно все к такой зубной щетке. Вот так вот. И вот мы видим, включается, все подходит. Внешне выглядит точно так же, как та, которая шла изначально в комплекте. Абсолютно все подходит. Вот. Также мы снимаем, складываем в чехол. Вот.